Итак, еще одно из старых мест за Альфельда. Еще одна церковь. Очень старинный клен. Какой конфессии церковь принадлежит, не могу сейчас сказать. Судя по тому, что Тюрингия больше евангелийская земля, думаю, что все-таки она принадлежит евангелийской церкви. Такие вот остаток старой крепостной стены. Здесь, конечно, все отреставрировано. Все чистенько, аккуратненько. Очень уютное место. Хочется писать картины. Вот непосредственно вход в церковь. Возможно, когда-нибудь я туда пройду. Но не сегодня. Оставим это для следующего раза. Вот я выхожу из вот этого вот замечательного места. Очень красиво, очень зелено, очень романтично и очень в старинном виде. Вот немножечко пройдем все это. Церковь вся обнесена забором. Гулять нам еще и гулять по Альфельду, снимать и снимать. Вот это видно, ну, скажем, мэрию Ландамзайт. И дальше идет такая вот улочка, по которой мы когда-нибудь прогуляемся. Красный крест. Еще продолжение стены. Очень заманчивое место, но позже. Позже, но когда это будет позже, неизвестно. Поэтому я решила немножко углубиться по этой дорожке. Когда я тут буду в следующий раз, никому не известно. А вот сейчас упустить такой момент очень обидно. И куда нас эта дорожка приведет? Тут начинается дождь. Я возвращаюсь обратно.
дорожка привела в парк, в котором устанавливают аттракционы, когда приезжает лунопарк, и где я тренировалась с мужем ездить на авто. Возвращаемся обратно. И до следующего раза.